Команда «Горячие хвосты» представляет своих участников. Света – региональный представитель «Пуритус» по-бруйски, владелица самого жирненького и ленивого хоречка, также воспитывает пса дворянской породы. Марина владеет одним из немногих кусучих хорьков в нашем клубе. Ее хорек кусает чужих людей, хорей и собак. Лена – счастливая обладательница 4 хорей детей. Звездой ее коллекции является лесной найденыш 6,5 лет. В ее большой семье уживаются 2 собаки, 6 котов и 4 хорька. Хозяин пушного дома. Добр, ответственен, любит своих четвероногих питомцев.